Так. Что? Кому? В преступлении подозревается... Начальник его собственной охраны Алтын Шагай Ханге. Отмечу, что он был ранее судим и недавно вышел из мест заключения. Подозреваемый сейчас находится в розыске. Я сам, как и мои коллеги, занимаюсь новостями, да, и ежедневно рассказываю нашему городу о событиях, людях и явлениях, которые происходят в нашей столице. Поэтому при озвучке фильма было абсолютно несложно. Ну скажи, ты наблюдал вот как бы за знаменитыми телеведущими, чтобы как бы вжиться в роль, какие-то, может быть, повадки, ужимки, ну что-то такое, приемы? Нет, никаких приемов особых я не искал, я брал все от себя. Я еще не успел ни посмотреть, ни увидеть, и с нетерпением жду этого. И я знаю, что 3 марта во всех кинотеатрах Улан-Удэ состоится премьерный показ фильма «Братья», и я с нетерпением, как и многие вы, жду этой премьеры. Так что приходите, будем смотреть вместе. С 3 марта в кинотеатрах нашего города. Ограничение 6+.